Никита Джигурда намекнул на секс с Анастасией Волочковой. Мало кто верит, что у балерины действительно существует богатый бойфренд, за которого она собирается замуж, после того, как в ее тайном поклоннике опознали начальника охраны СПА, некого Малика. Настя стала отпираться, но регулярно публиковала фотографии какого-то мужчины или разных мужчин. А накануне она опубликовала фото с Никитой Джигурдой, сообщив, что бороться за правду вдвоем легче. За какую правду борется Настя, она не уточнила. А вот Никита был более словоохотлив и в своем микроблоге сообщил, что они репетируют пьесу по вечерам, а иногда и по утрам. Видимо, это означает, что Джигурда остается у нее на ночь. А вы как считаете, какие отношения их связывают? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!